Югра переходит к первому этапу снятия ограничений. Постановление об этом накануне подписала губернатор Наталья Комарова. Так уже с 25 июля жители округа смогут вернуться к тренировкам на свежем воздухе. Заниматься следует, соблюдая социальную дистанцию не менее 5 метров. Кроме того, югорчанам теперь официально разрешили прогулки, также с соблюдением мер профилактики. Однако посещать детские и спортивные площадки, а также места массового пребывания людей пока нельзя. Отмечу, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 9 августа включительно.